ты, конечно, ну, мы правильно говорили, если экономика Украины действительно покажет какой-то качественный скачок, если в Украине качественно вырастет уровень жизни, будет, скажем так, наведен порядок в правовой сфере, что у нас действительно права человека будут чего-то стоить, и можно будет добиться в честном суде действительно там простому человеку выиграть и суд у олигарха, грубо говоря, то люди к нам потянутся. То есть есть масса государств мира, которые люди выбирают, да, то есть даже без, не присоединяясь территориально. То есть бегут же, например, из арабских стран все в, там, значит, во Францию, в Британию. То есть как бы люди голосуют ногами. Если в Украине будет такой уровень жизни, действительно он вырастет настолько, что к нам будут перебегать россияне из России, к нам будут перебегать люди из вот этих непонятных, значит, государственных образований, то я убежден, что и Донбасс однажды вернется, и, может быть, даже еще кто-то запросится в состав Украины. Почему нет?